Российские миротворцы в Нагорном Карабахе готовятся к параду по случаю 76-летия Победы, который пройдет 9 мая на аэродроме в непризнанной НКР. К регулярным тренировкам привлечено около 400 военнослужащих, в числе которых личный состав 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа, Центр гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда спецназначения, группы управления российского миротворческого контингента, а также подразделения материально-технического обеспечения.